А игрушки есть у тебя? Мячи, пища. С мячиком нет, а вот с пулером, да. Должна уже подобреть. Уже должна подобреть. Мусор. Хороший. Я, может, с нее сниму намордник? Да, конечно, она его никогда в жизни не укусит. Нет, не укусит. Дело в том, что она не дурна, она видит большого кобеля. Она может только погонять его. Значит, он ей даст терц. Он такой, что он всем прощает девочек. Да. Его кусают, делают. Да, Стерша, и правильно сделает. Все, Агат, успокаивается. Молодец. Видите, она не кусает, она только гоняет. Ага. Агат красивый кобель. Сюда. Только толстоватый. Стой. Он квартирный, да? Да. Он у нас чемпион. Да, я уже знаю. Нет. Я знаете, я... А вы нас не помните? А, вы живете в Петровом. А я предлагала. Ну хорошо, видишь, что я поехала. Где? Я не игрушку, ничего не могу взять, а то она за мной идет. Ну и все, не надо игрушку. Какая там игрушка? Агатик. Агат, на. Игрушка это Джесси. Агат, Агат, мячик. О. Агат. Да, какая игрушка? Агат, нельзя уже быть другим! Ну, ты была ей дать глупую игрушку и повязать. Где он играет, он ее мучает? Он не мучает ее. Он тренируется. Ой, какая злая Джесси, скажи, Агат. На всех зубы показывал, пока в замке стоял. В наказание пойдет пометить. Все. А вот и Джесска. А вот и Джесска. Все уже, не? Все нормально? Бери. Все, забрала. Чтобы знал, куда приходить? Чтобы она знала. А этот красавец уже зубки показывала мне. Не я. Давай. Бежит. Джесска бежит. Я записана на мешке. На 30-е. Джесска, где твой пулер? Вот он. Вот он пулер. А я уже сидела. Вот он пулер. А педикюр не дарит. Это Агат. Огромный. Огромный Агат.